Dylan. Да, блин, хватит. Все. Всем привет, с вами я, Аделина. Сейчас вы увидите мой влог с тренировки. Если я, конечно, его смонтирую. PS, если что, некоторые видео я затупила и снимала в вертикальном положении, когда нужно в горизонтальном. Сори. Кстати, это будет первым видео. Ну, как вы поняли, меня зовут Аделина, мне 13 лет, я живу в Ташкенте, в Узбекистане. И, как вы поняли, я занимаюсь художественной гимнастикой, это мое хобби. Занимаюсь я ей уже 10 с лишним лет, да. Я пошла даже меньше, чем в 3 годика на гимнастику. В общем, у меня, ну, нету возможности сделать отдельное видео на эту тему, ну, на тему первого видео, типа знакомства, т.д. и т.п. Поэтому это сделаем первым видео. Ну, в принципе, все, что я хотела, я сказала, поэтому смотрите мой влог с тренировки. А здесь я уже еду. Музончик топ, знаю. Папа, будто знал, что я влог буду снимать. Я уже пришла. Приехала вернее. И вот тот самый момент, где я затупила и снимала в вертикальном положении, а не в горизонтальном. Это как-то 100 лет уже перебежала. Мы разминаемся. Нифига не видно вас. Ну ладно. Хэштег листы. Редкий случай. Сева, вы живы? Сева, громче! Хэштег тиктокер. Фиг тебе, хэштег авторские права, поэтому я сейчас сделаю звук другим. Тут, скорее всего, тоже авторские права, поэтому я сейчас сделаю звук тоже другим. Иди, пузана! На быка похоже. Давай. Еще раз! Еще раз! Вот! Я же так не делаю, да пока что похоже, они вот так делают. Ты как отбиваешь вот так? Да. Ой, ой, ой. Вот, смотрите, вот. Але! Руса, ты что, смела? Света, подвинь. Вот остается. Смотрите, я Аделина, ты же с нами, да, освободишься? Пожалуйста. Пожалуйста, вытяните ей эти креветки, психушку, я вас умоляю, вы заберите ее. Продам бесплатно. Лайфхак от Хонзоды. Гимнастки. Смотрите, это узел. Действительно, нет, блин. Саня, в сторону. По техническим шоколадкам у нас не получилось кое-что. Ну ладно. Лайфхаки от мушки. Мушки. Я развязать не могу, я его только затянула. Рука-лицо. Классный лайфхак. Вот, вот, вот. Давай, Хонзода. Лайфхакерша Хонзода. Девочки, быстрее уберите станки или что он там. Вот, гимнастка вас кушает. Вы должны вытянуть в сторону. В другую. В другую сторону. В сторону палки тянут.
Извилины. Вот ленточка. Завязываем узел. Ляся. А, вот. Я знаю, какой. Вот. Вот теперь. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Вот. Гимнастика. Да хорошо, тихо. Вот у вас узел. Смотрите, тянем в сторону палки. Быстрее на стул. Мэджик. Закончилась хореография. Я иду на подкачку. Девочки на третий вид. Так, вот примерно так это выглядит. Смотри, сейчас будет магия. Раз, два, три. Мэджик. Блин, шум чуть-чуть палит. Ну ладно. Я все собрала, наконец-то. Сейчас закрою, занесу все. Ой, боже мой. Ой, что-то кривенько палка стоит. Все готово. Сейчас надо занести. А тут я уже еду домой. В общем, на этом моменте мы закончим, потому что видео получается слишком длинное. На самом-то деле тренировки не всегда проходят так. Просто в тот день, тренера не было. Поэтому я смогла снять всю тренировку. И было так весело. Ну, у нас каждая тренировка почти весела, но снимать я могу не каждую тренировку. Вернее, вообще не могу снимать. Потому что мы телефоны свои сдаем. В общем, на этом мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Если не сложно, подпишитесь, пожалуйста, и поставьте лайк. Помогите мне в развитии этого канала, потому что я только начинающая. Всем спасибо, всем пока!